Представьте, вы живете своей жизнью необычной или обычной. Это, в принципе, не важно. В отношениях затишье да такое, что тошнит, и ты не сильно понимаешь, почему тебя тошнит. А почему? Идешь в аптеку, покупаешь то, что нужно, и тебе немного радостно, но страшно. Вот ты едешь в транспорте с улыбкой на лице, не понимая, что же будет впереди. А впереди тебя ждет незабываемый трип. Тест-полоска, а на ней горит. Что? Что? Две полосы. Две полоски. Одного цвета. Вот и считай, прежней жизни нету. Не смотри на часы. Здравствуйте, памперсы. До свидания, тусы. Две полосы. Две полоски, две полоски, две полоски. И вот звонишь подруге, ты иначе кричишь, ну кажи, как, боже мой, зачем же мне все такое? И чё? Она немного понимает, но ведь нет у нее мужа, соответственно, таких, как эта новость новостей. Да, вроде хотела. Радостно, но страшно расставаться без заботы в своё время. А главное меняться, забыть курение, алкоголь на кеды перейти, а впрочем, полностью забыть а себя. А я вообще за ЗОЖ. Тебя ждёт тест-полоска. Одного цвета. Вот и считай, прежней жизни нету. Не смотри на часы. Здравствуйте, памперсы. До свидания, тусы. Две полосы. Две полоски. Две полоски. Две полоски. Кульминацией того, что с тем и связано, конечно, выражение лица твоего мужа. Он засияет от восторга и нет, и пойдет, нет, побежит за виски, будет очень счастлив и восторженно терпим, и он обрадуется, что засядешь дома, ты забыв концерты, фестивали и театры. Сейчас. И это только ведь начало твоей новой жизни, у которой продолжения, значит, не будет и конца. Тебя ждет незабываемый трип. Тест-полоска на ней горит. Две полосы. Две полоски. Считай, прежней жизни нету. Не смотри на часы. Здравствуйте, памперсы. До свидания, тусы. Две полосы. Две полоски. Две